История трех малышей, оставленных на улице 1 января, получила продолжение. Нашлась мать детей. По словам 23-летней Акмарал Шарлкасыновой, она их не бросала. И о том, что приключилось с ее малолетними отпрысками, узнала из выпуска новостей. Молодая мама рассказала всю свою версию произошедшего. В ту ночь она якобы привезла детей из свекрови Фариде Сариевой. Именно она и сообщила в полицию о необычной находке. Как я оставлю? У меня трое детей. Уже 4 года, как я их сама поднимаю. Я сама их воспитываю, ухаживаю в одной комнате в холодном доме. Свекровь знает об этом. Если не верите, пойдите и посмотрите. Я подам в суд на нее. 4-летняя Кереме сейчас находится в центре адаптации несовершеннолетних, а ее братишка Мирас и 8-месячная сестренка Каусар в больнице. Вернуть детей будет непросто. Как выяснилось, с мужем Акмарал живет в гражданском браке, а у малышей до сих пор нет свидетельств о рождении.